Хороший провели спарринг, учитывая, что это мы работаем сейчас на сборе, двухнедельный сбор, каждый день в двухразовом режиме работаем. Предыдущий матч мы с Брянском проиграли, и хотелось бы, конечно же, победить в этой игре для того же психологического настроения, чтобы лучше готовиться к ближайшим матчам и впоследствии к Суперкубку. Сравни игру команды по сравнению с предыдущими матчами, в которых ты принимал участие. Что касается по сегодняшнему матчу, в Днепр, в принципе, отдать должное, хорошая команда, много молодых ребят, воспитанников, и они держали хороший темп, такая где-то, может, игра была за нашим преимуществом, больше контроля, что вылилось в победу, а предыдущие игры, Брянск тоже понравилась команда, такая атлетичная. Ты подписал контракт в один день с Евроволцом, насколько для тебя важно, что ты будешь чувствовать команде лучше? Конечно, мы с ним знакомы, мы с ним провели много времени в Арсенале, и для меня, возможно, это как такой, скажем, будет нам легче влиться в коллектив, поэтому это где-то сыграет нам в плюс. Да, и встречный вопрос, успел ли уже адаптироваться в команде? Да, конечно, потому что, в принципе, я, приходя сюда, всех, большинство ребят я знал, кого-то лично, кого-то на поле пересекались, и поэтому в плане адаптации никаких проблем нет. Нужно еще готовиться, набирать форму, так как я пропустил остаток того сезона прошлого и скажем так, еще не в оптимальных кондициях. Но посмотрим, еще, можно сказать, полторы недели до Суперкубка будем работать.